1939 года в Калининской иммуносложной номер 2 имени Александра Ивановича Покрышкина уроки химии ведутся по учебно-методическому комплекту Олега Сергеевича Дубрина. Преподавание уроков химии в 10 и 11 классах идет по одночасовой модифицированной программе на основе примерной программы основного общего образования по химии и соответствует таковой Габриэля. Главная задача авторизованной программы – сохранение целостности и системности учебного предмета за небольшое, жестко лимитированное учебное время, отпущенное на изучение химии. В авторизованной программе в 10 классе изучается органическая химия, в 11 – общая. Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим знакомством с органическими веществами, всего-навсего 10 часов. Поэтому необходимо заставить работать небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10. Тема мыла и их моющие свойства, понятие об СМС является 8 уроком из 10 темы кислород, содержащие соединения, где изучаются спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, сложные эфиры, жиры и углеводы. Урок является продолжением предыдущих тем «Сложные эфиры, жиры» и «Одноосновные карбоновые кислоты». И имеет, по-моему, большое практическое значение, так как именно в быту мы чаще всего сталкиваемся с химией. Различные моющие средства – жидкие, твердые мыла, шампуни, пены для ванн, стиральные порошки, пасты. Основными целями урока является дать понятие о составе и строении мыла, синтетического моющего средства, поверхностно-активного вещества, рассмотреть их свойства, получение, закрепить и развить знания свойств органических соединений, умение прогнозировать свойства на основе строения, продолжить формирование бережного отношения к окружающей среде и собственному организму. Методами и приемами, которыми пользовалась наука, считаю словесные, наглядные, практические, все в логической взаимосвязи. Уроки, я считаю, можно отнести к разряду лекция. Мне нравится понятие лекция-шоу от английского «показать», так как в рамках урока я пыталась рассказать ребятам о мылах и синтетических моющих средствах с помощью демонстрационных опытов, фрагментов электронных учебников, исторических данных. Считаю, использование новых информационных средств на уроках химии просто необходимо, поскольку современным детям просто лекция без использования наглядности становится скучной и неинтересной. Данный урок я начала с повторения строения и свойств изученных органических соединений. Для этого предложила ребятам ответить только на два вопроса, один из которых фронтальный, подобный заданиям раздела «Б» КИМов ЕГЭ по химии, а второй – программированное задание по картам с вариантами заданий, индивидуальное, письменное. Использовано потому, что позволяет оценить максимальное количество учащихся на уроке и не требует длительной проверки ответов. В закреплении урока проводится фронтальный опрос, главным из которых считаю вопрос о качестве водопроводной воды в своей станице. Правильный ответ на него можно дать, используя знания, полученные на уроке. В учебнике Габриэля на данную тему выделяется только два абзаца, поэтому использование лекции считаю правильным выбором.